Ко дню железнодорожника в Уссурийске открыли памятник паровоз ИМ-3868. Гостям праздника представили выставку современной специализированной техники, тематические арт-площадки и праздничный концерт. В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяк и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде. И вот этот памятник стоит перед нами, красавец, которым мы можем только любоваться и гордиться. Руководители поздравили коллектив магистрали с профессиональным праздником, а также вручили награды и благодарности работникам. Приморье и железная дорога – это два неразрывных понятия. Ведь мы являемся опорной точкой Транссибирской магистрали, входными и выходными воротами нашей страны на востоке. Мы сегодня видим, что с каждым годом растет грузооборот на 10% по нашим участкам Приморским. На 29% вырос оборот контейнеров только за этот год. Железнодорожников также поблагодарили за помощь участникам специальной военной операции. Губернатор выделил их работу как незаменимый вклад в победу. Труд железнодорожников – это вклад в победу. Огромное спасибо всем работникам железнодорожного транспорта за своевременную отправку снаряжения, грузов, пиломатериала, техники, которая идет на помощь нашим ребятам. На Дальневосточной железной дороге паровозы серии Е эксплуатировались с 1944 года и до начала 70-х. В настоящее время на станциях Дальнего Востока установлены 10 паровозов-памятников данной серии. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.